мы в Duty Free Мале, Мальдивы. Посмотрите, вот цены. Шанель номер 5 стоит $121, $175, $96. Внизу даже $51. Есть сверху пробники. Можно ими пшикаться. Я пшикнулась. Я вообще небольшой любитель парфюма. Вот, посмотрите, здесь пробники, очень хорошие запахи. А вот Армани. $124, $109. Тональники $84. А вот Мисс Диор. $103, $181. $103, Кристиан Диор. $129. И здесь стоят пробники. Hello. А вот помада Живанши. Так, только тут цен нету. Так, а вот Кинзо. $56, $58, $91. Таких красивых упаковочках. Тут вообще очень много всего. А вот тут внизу за $88, $69, $70. Вообще, посмотрите, как тут красиво. Аэропорт Мале. Это у нас самый-самый шик. А вот Лореаль. Смотрите, $20 тушь. Не так уж и дорого. $34, $40. И даже 16. Или это только щеточка 16? Не понимаю. Неплохие цены. Вот смотрите, $19, $20. А внизу есть и 70. А вот Lancôme, помады по $39. $62 тени. Вот Savage, $162, $118. Ну, в общем, хороший Duty Free.